Назовите, на ваш взгляд, парламент вашей мечты. Вы знаете, исходя из здравого смысла, я считаю, что в новый украинский парламент должно войти три силы, если по-честному. Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского, безусловно. Партия Игоря Смешко, консервативная партия, безусловно. И ОПА-блок или регионалы, как их назвать, не знаю. Потому что объективно, как бы мы ни хотели себя обманывать, в Украине существует порядка 20% людей, любящих русский мир, Путина. И, в общем-то, не считающих даже агрессией отжатия Крыма и части Донбасса и убийства мирных украинцев. Эти люди будут голосовать за такие силы пророссийские, и такие силы уже создаются. И речь идет о глобальном объединении всех пророссийских сил, группы Медведчука, группы Фирташа-Левочкина и группы мэров городов. Ну, поживем, увидим, что им удастся. Я бы не хотел, чтобы им хоть что-то удалось, но это жизнь.